В самопровозглашенной Луганской Народной Республике произошел переворот. Правда, не настоящие. Контролирующие регион сепаратисты инсценировали захват власти на случай экстренной ситуации. В масштабной постановке принимали участие сотни жителей Луганска и области. Часть из них изображали милиционеров, часть иностранных миротворцев. Власти так называемой ЛНР заявили, что это была показательная тренировка на тему «Безоружное сопротивление вторжению международной вооруженной миссии».